И всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте заново. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Думаю, было классно. Так, смотрите, сколько у меня очки в Индии, очки. 875, как их получить. Просто нажимаете чаще, играйте за новички. Ну, как-то легче их там выигрывать. Возможно, будет новое обновление, новая карта, будет тоже легче или тяжелее. Поэтому лучше сейчас играть. Конечно, можно за Мстителя поиграть, желательно, да? Но там слишком опасно, так что давайте, новички, там просто очень легко подняться в рейтинг. И новые скины, я так думаю, будут. Пишите комментарии, как вам нравится. Лайк, подписка на канал. Всем привет! Я захожу. Вау, еще один такой попугай Амагус пишет в комментах. Так, канал... Макс Риск. Отправляем. Все. И вы гость, окей. Так, вроде мы должны дать эту геймплейскую игру. Если не дадут, то две убийцы, не понял. А рели? Для того. Так, спички, окей. Я мастер по спичкам, это будет изи. Просто изи, бэм. Слишком медленно. Бэм, о, бэм. Просто. Со второго раза. Пишите комменты, сколько вы раз это сделали, посмотрим, кто круче. И потом уже, возможно, с вами сыграем как-то нибудь. На улицу можно. Две убийцы еще на улицу можно, прикиньте. Там, блин, нам сложнее вроде бы так. Тут, блин, эх, невидимая штучка. Пошли наверх, потому что нам квест в сад. В сад идем, покажу, где это. Вот оно. Бэм. Заметили? Тут, блин, вот оно. Бэм. Покажу карту. Так, вроде показал. Пошли здесь. Фух, что у нас такое? Ооо, тут... А, найти тут нужно, слушайте. Ха, найти, прикиньте. Давайте найдем сейчас. Легко, наверное. Потом посмотрите. О, нашел. Прикиньте, как делать. Спрятали, блин. Так, ты что-то вот такое прям. Обратно квест. Ну, давайте, чем лучше квест, тем лучше. Я не хочу следить за игроками. Не хочу, потому что сначала не палится, а потом будут палиться. Наверное, кто узнает. Так, пошли. Еще квест, и еще квесты. Тихо-тихо-тихо, Оля. Активированные бомбы у кого-то. Угу. Ну давай. Я не знаю, это мило или не мило, но ладно. Так, тут у нас кипи. Ладно. Помогайте друг дружке. Друг дружке, я пойду на реквест. Тихо-тихо, что ж так такое, блин, мерзочку вечно. Бим-бим. Так, ну вроде они там... Все, окей, утка. Говоря, самый сложный квест утка. Да, да ладно. Ну что, он большой? Ну ща, ну так, кстати, да, нашел. Ха. Вау, тут прям. Так, еще два квеста, давай, я последний квест вроде бы всем. Что случилось? Срочный звонок, чей? Кто? Это хорошо. Чипи за лучший дом, вау. Да, у нас глушит чипи. Вау, войнушка. Война, просто смотрите. Я скипаю. IQ, это хорошо, мне до 1000 нужно. Никто. Так, ну что ж, давайте-ка. Вау, а кто говорит? Может, это привидения говорят? Офигенно, да? Я такое было. Когда я разговаривал, но другие игроки не могут разговаривать, а привидения могут разговаривать. Только не понимаю, а что они разговаривают? Ну что, бах такой? Так их никто их же не убил. Так, тут отлично иди. Во, нашел. Угу. Так, лайк, подписка, конечно же. Блин, отключили свет, по-любому там убийца. Пошли. Что, уже все? А я все квесты выполнил. Задание гостя. Я все квесты выполнил. Изи. Теперь я буду просто наблюдать. Тихо-тихо-тихо. Оля, убийца, понятно.
Ладно, пока, Мирам, что тут происходит? Что они так лагают? Тихо. А, Чипи, Чипи, тихо, не трогай меня, Чипи, блин. Ай, блин, Чипи. Меня хочет убить Чипи, прикинь. Что происходит? Тут бомбы расставили. Тут просто толпа ходит, и изи получается, точно. О, а кто это был? Вау, вау, вау. Опять война. Все, ребят, нам осталось обезвредить бомбу, и мы выиграем. Как думаете, это чипи? Я не видел. Я их видел в толпе. Посмотрим сейчас. 5, 4, 3, 2, 1. Правильно, убийца. Отлично, давайте тогда тут выполним. Так, первый класс желтым, кто первее, да? Блин, тут выполнил. Все, изи. Вау. Го еще катку. Бах, это был. Да. Видите, как тут прям? Не понимаю, как это работает. Это рандом просто. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Офигенно, канал Ри... Я не успел написать ни каналы, каналы. Тихо, подожди, канал. Макс Риск. Бегом подпишись, напишу. Они офигеют. Бегом. Бегом. Подпишись. Подожди, блин. Ты неправильно писал. Блин, что ж такое, даже не успел. Ух ты, я убийца, классно. Так, ну это шутка. Два убийцы, прикиньте, двое убийц пошли обратно. Я не... Офигеть, это не тот квест. Вот, мы на квесте, это разборки и вещи. Так, тебе сумка, это понимаете, о чем я. Так, угадал, так, ну иди вроде бы. Так, улица открыта, прикиньте, улица открыта. Пошли, ну потому что два убийца. Сразу бомба, отопление отключили. Да, думаю, не нужно, хай они разбираются. Не слишком далеко. О, блин, снова утенок, прикиньте. На это последняя игра, мы заканчиваем, лайк, подписка там. Если вам нравятся эти ролики, закрепим комментарии, социальные ссылки. В описании ролики запасные. Блин, не могу найти утку, прикиньте. Все же проклятие сбылось. Говорили ютуберы. Проклятие, О, нашел. А, вот так она прям. Лапа. Лапа. Так, пошли еще. Вот то самом в конце. Док, дюк, дюк, мирный. О, Фил. Фил. Все, это был Фил, я таки знал. Все, это был Фил. Он за мной пошел, честно. Потом отстал. Думаю, он пошел к квесту. Бейтси, точно Бейтси? Может, тоже Бейтси? Включили цвет. Подожди. Ну че же вы такие, блин, активные? Ладно, проверим здесь. Когда вы убийцы, не идите, где там отключать цвет, потому что там слишком опасно. Ну, и там опасно этому. Дюк, вроде бы это был. Блин, как-то опасно. Так, идем в компьютерную систему. Где-то дюк был. Просто ко мне просто еще так прямо. Ладно, не пошел, так не пошел, блин. Срочный звонок. Кто? Кто? Джейда убили? Нет, Ефила убили. Яра. Догонялки? В смысле, Экспендер? Секунд, прикиньте. 1 минута и 20 секунд.
124 секунды. 2 минуты. Вот скипаем. Не я точно. Один человек проголосовал. Никто был, не был изгнан. Или как там выговаривает русский язык, блин. Все, блин, не тот, в смысле, не тот. Не тот отпечаток, не работает, блин. Сейчас найду. Я думаю, они хоть подпишутся на канал, блин. Хоть и некоторые подписчики будут и ролики снимать, и подписчиков набирать. Так, что это у нас, бомбы? Бэм, испугался? Бэм, давай. Тут стоит этот дюк, блин, видите? Так, все, пошли. Фух, шикарно. Бэм, дам, дам, на фазе, по любому фазе, он просто он за мной шел. Я не хочу, чтобы он не убил, прикиньте. Если не убил, будет шикарно. Будет вообще жесть, жесть. Давай тут квест выполним секретный. Запчасти. Блин. Не готов к этому. Ну ладно. Квест, значит, победа. К победе. Что-то не так. Думаю, уже игра запускать. Думаю, что ж такое, блин. Так, ебать, ебать, тихо. Вроде я все выполнил. Остается пойти сюда, вот в фазе, бэм, врубить. Что это здесь такое? А, иди сюда, блин. Сейчас я сюда пойду. Помнишь, ты меня пугал тоже таким штучкой? Я таки знал, блин, это был в фазе, прикиньте. Я, блин, знал, он просто прям ровно и шел ко мне, офигенно. Вау, привет всем, подписка на канал Макс Риск и расскажет, ну кто убийца, прикиньте. Так. Кто, я? Я все выполнил. Срочный звонок. Так меня убили, прием. Я все. Тело убили. Убили, но не привидением. Это был фазе, потому что он с конца раньше. Подожди, сколько мы снимаем? Ого, давайте заканчивай, рели. Блин, что-то, блин. Такой-то был фазе, прикиньте. Это был фазе. Кстати, чат можно почитать. Что он нам не пишет? Это как-то скучно. Блин, ничего, блин. А. Ну так в фазе, блин, за мной шел первый, че я, блин, не выбрал, блин, боялся. Это фазе. Это фазе, точно. Блин, ну что ж такое? Эй, на канал Макс Риск. Альфа Прайм. Альфа. Прайм. Где фазе, мне интересно, не после понаблюдать, будем вообще изи для него. Это привидение. Тихо, Оля, беги, прием, беги срочно. Телевизор, в смысле? Я нажал на телевизор, прикиньте. Что это такое у нас? Ха, что это такое? Рели телевизор, прикиньте, я нажал. Вот, кот. Блин, убил. Блин, иди сюда, фазе, ты где? Вот, посмотри. Вот посмотри, телевизор, и там. И там какое-то привидение прыгает. Что за телевизор, прикиньте. Вы когда-нибудь такое видели, пишите в комментариях. Так, я с камерой разговариваю, с привидениями. Я тоже привидение, прием. Бегите. Блин, что ж такое, блин. Это прям в угол зашел, бам. Ах, фази, бам. Мило видел, давай, говори всю правду говори. Блин, меня не слышат. Одно задание осталось — срезать ядовитый цветок. Мило. Мило видел его, но не говорит. Подожди, сколько у нас времени все ролик снимается? Не знаю. Вроде бы хватит, с этого ролика и хватит. А то у меня места мало на телефоне. Именно играть в эту игру. Тем больше играем как-то файл. О, да, в смысле?
Это был Фази, вы что, блин, делаете? За что Молли, он должен рассказать вам. Нет, а, да, ах ты, ему откуда? Двое. Фази знал, да? Вот, блин. Окей, будет интересно. Тепловизор это был? Точно! Я думал, телевизор написано был. Срочный звонок. Так, ну мне тут не отвечает. А раньше был микрофон, я помню. Данна. Какой Данна, блин, Фази, блин. Грубость. Какая грубость, блин, это Фази. Я его видел. Их две убийцы, нужно одного следить и за вторым. И мелочи, кстати, за мной так хорошо не шел, блин, чего ж не подозреваю всех. Просто игра, да? Вот, Фази говорит. Мы проиграли, прием. Мы проиграли. Неправильно, убийца. Неправильно, 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 неправильно. Блин. Да, это был Фази, прием, сдавайтесь. Фази побеждает всех. Никс, беги от него. Дело закрыто. Фази победил вроде бы, да? Или класс выполнил? Что-то я не понял. Да, Кости победили из-за того, что выполняют квесты чаще всего. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск, лайк, подписка, всем удачи и пока!